Здравствуйте, это программа «Культурный экспресс», ваш гид в мире культуры, искусства и творчества. Каждый раз мы знакомим вас с самыми яркими личностями творческой сферы, а также с наиболее интересными театральными постановками, концертами и выставками. Ну что ж, какими культурными событиями запомнилась минувшая неделя, узнаем прямо сейчас. Стартовал всероссийский конкурс чтецов «Живая классика». Заявки на конкурс планируют отправить и школьники из Карачаево-Черкесии. Напомним, «Живая классика» – это литературный просветительский проект, в рамках которого школьники в возрасте от 10 до 17 лет читают друг другу отрывки из любимых книг. С момента основания конкурс стал самым масштабным детским литературным проектом России. В нем приняли участие более 10 миллионов детей из 85 регионов России и 84 стран мира. В Грозном прошел межрегиональный фестиваль колледжей культуры и искусств «Дарование Кавказа-2018». В нем приняли участие талантливые исполнители разных регионов России. Карачаево-Черкесию на фестивале представил ансамбль гармонистов отделения инструментов народного оркестра колледжа под руководством Беллы Кирбижевой, который исполнил попурри на традиционные мелодии народов республики. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях руководитель детского хореографического ансамбля «Юни-дэнс» Ира Крымшамхалова. Коллектив совсем недавно принял участие в международном фестивале «Сохраняя вековые традиции», который прошел в Черкесске. Прямо сейчас мы узнаем у нашей гости, как жюри оценило выступление коллектива. Здравствуйте, Ира. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Начать хотелось бы вот с фестиваля «Сохраняя вековые традиции». Как вы выступили? Как жюри оценило ваше выступление? Фестиваль нам очень понравился. Выступили мы неплохо. Взяли второе место в одной номинации и третье место в другой номинации. Конечно, хотелось бы получить первые места, но первые места не дали никому. По баллам не прошел никто. А в общем, я довольна успехами. Ну, как со стороны вы оценили? Можно было бы и лучше. Они волновались очень сильно. Кто-то стоял первый раз на сцене. И, конечно, это волнение сказывается. Но, в общем, такой опыт тоже нужен. Ансамбль называется «Юни-дэнс», да? Вы руководите им 10 лет или больше. Расскажите, как создавали этот коллектив, почему именно хип-хоп, да, у вас направление? Современное. «Юни-дэнс», потому что я обучалась в филиале лондонской школы при Краснодаре, и назывался «Юни-дэнс» проект. То есть, ну, универсальные танцоры, люди, которые танцуют все от слова «universal». И после того, как я закончила обучение там, мне захотелось, чтобы у нас в республике тоже такие стили были. Но было очень сложно и до сих пор не просто, потому что это все воспринимается по-разному. Не все это понимают. И мой коллектив начинался с 3 человек. Потом постепенно он расширялся. В одно время нас было более 100 человек. Многие бросают. Это в какое время более 100 человек было? Ну, что это повлияло на то, что люди вот начали ходить? Мы начали выступать, мы начали ездить, нас стали замечать, приглашать на различные конкурсы, и вот так о нас узнали. Но потом я ушла в декрет, и опять это немножко стихло. Сейчас надеюсь, что все-таки будет еще больше желающих ходить, потому что детки хотят танцевать у нас не только определенные направления, которые есть в республике, но многие сейчас хотят именно вот в современной пластике развиваться. Сколько девочек сейчас у вас занимается? И только девочки, да, у вас? Да. А что нужно, чтобы стать частью вашего коллектива? Ну, сейчас на данный момент основной состав 10 человек. И плюс к ним у нас человек 40, наверное, есть, которые занимаются, ну, новички, скажем так. Что нужно? Самое главное, я всегда говорю, это желание. Если ребенок не хочет, а хочет его мама, он не будет танцевать. У нас в основном так, да? Родители приводят? Да, у нас приводят. В основном так. Но вот сейчас очень хорошие детки подобрались, вот именно новый состав, новички, которые сами хотят, они горят, они трудолюбивые. А без трудолюбия, к сожалению, ничего не получится, потому что это, ну, непросто. Многие бросают, потому что физически
им становится тяжело, и они уходят. Давайте расскажем, как вы изначально пришли в эту сферу, как вы вообще узнали про эту лондонскую школу, да, вы говорили? И вот у нас же в республике не распространено это направление хип-хоп. Что повлияло вот на выбор этого направления? Ну, я всегда любила танцевать. Изначально это были кавказские танцы. Там я достигла определенного уровня, уже перешла на мужскую партию, то есть стала танцевать танец с кинжалами. И поняла, что для меня это определенный потолок. Я хочу развиваться дальше. Была бальная хореография, была народная хореография. Я поступила в колледж, закончила с красным дипломом, поехала в Краснодар. В университет поступила, но не на хореографию, а на факультет культурологии, потому что мне это тоже интересно, все, что связано с культурой. И там я увидела объявление. Я решила сделать себе самой подарок. Мне тогда как раз исполнялось 25 лет. То есть это я к чему говорю, что никогда не поздно начинать. И я решила вот именно уйти в современную хореографию и поступила. И сколько вы там учились? Там обучение было 2,5 месяца. И я параллельно работала в Черкесске. Я садилась на ночной поезд, ехала в Краснодар, отводила, днем занималась там, возвращалась в Черкесск. То есть был очень бешеный ритм, но по-другому никак. 2,5 месяца, вы сказали, этого достаточно, чтобы научиться танцевать? Ну, туда приходили уже с какой-то базой, люди уже подготовленные. Я была тоже подготовлена, но не в современной сфере. То есть я пришла из народной хореографии, мне, конечно, было очень сложно. Но мне было приятно, когда из 125 человек выделили меня и сказали, что очень большой потенциал, и на тебя хочется смотреть, но тебе надо развиваться. И вот с тех пор, до сих пор я и развиваюсь. Ну, вы приехали и сразу продолжили? У меня уже был коллектив, но он танцевал народные танцы, народные, бальные. И я стала пробовать именно современную хореографию давать. И девочкам стало это интересно. А вы не пробовали куда-то, вот в какой-то коллектив, стать частью какого-то известного коллектива, не знаю, не преподавать, я имею в виду? Сама? Да. Не хотели? Как-то не было желания. Во времена студенчества мне говорили, что маленький рост, поэтому на сцену нет. И как-то вот я решила, что тогда я создам свой коллектив и все свои мечты буду воплощать вот в коллективе. Мне очень интересно, откуда у вас столько терпения работать с начинающими танцорами? Я очень люблю свою работу. Я даже не могу сказать, что это работа. Вот мне когда говорят, что я встаю, иду с нежеланием на нелюбимую работу, для меня это дико. Я не могу дождаться момента, вот начало тренировки. То есть я вот с таким отношением иду на урок, потому что я люблю это очень. Я люблю детей. Без этого никак. Если терпения не хватает, то результата не будет. Ну, не у всех одинаково получается. Если вы видите, что у кого-то плохо это удается, как вы работаете с такими детьми? Если совсем не получается, я всегда говорю так, что у кого есть две ноги, две руки, он будет танцевать. Но это вопрос времени. То есть кому-то достаточно недели, кому-то достаточно месяца, а кто-то начинает танцевать только через год, через 3 года, потому что у каждого свой лимит, скажем так, повтора определенных движений. Кому-то надо 10 раз повторить, а кому-то 100 раз повторить. Просто не все это делают. Домой приходят, как обычно, телефон в руки. И кто хочет, он может встать и дома репетировать, и я еще помогу в классе, и будет результат. Я заметила, что вы выкладываете мастер-классы танцев, да, в интернет. Кто-то посмотрит и решит, что вот поздно или же таланта нет. Вообще, как вы считаете, талант здесь необходим? Талант необходим, но все-таки я считаю, что 99% это труд. Потому что вот я по себе даже сужу. Я не была супер одаренной на нашем курсе хореографии. Я была так-то среднячок. Но я очень хотела. То есть те, у кого были природные данные, у кого фактура была, у кого был рост, их и так ставили. Говорили, все хорошо, вы будете. А мне надо было над этим работать. И когда они разворачивались, уходили из класса, я оставалась и репетировала. И вот, трудом я добилась того, чего я хотела. А какие природные данные здесь важны именно в этом направлении? В первую очередь, наверное, все-таки больше слух и ритм, чтобы был, чтобы мог слышать музыку человек. Потому что в первую очередь надо все взаимодействие с музыкой очень важно.
А второе – это все-таки пластика, наверное. Но ее можно развивать. То есть, например, если в классическом танце важны выворотность, подъем, определенная длина ног, то в современной хореографии такого нет. Туда может прийти любой человек в любом возрасте. Никогда не поздно. А рост? Вы сказали, у вас нет. Рост маленький. Это не так важно. Не важно, да. Здесь не важно, какой рост. А танцы могут заменять спорт? Ну да, нагрузки здесь очень сильные, здесь идет кардионагрузка. И в общем, можно сравнить, да, со спортом, если даже не больше здесь нагрузки. Здесь должно быть здоровье хорошее, сильный позвоночник. Потому что если очень слабый человек, если слабое сердце, если есть какие-то противопоказания занятия спортом, то и в танце нежелательно, вот именно в современную хореографию. И расскажите, вот сейчас вы к чему готовите свой коллектив? Может, какой-то конкурс? В январе мы планируем поехать на Машук, конкурс. И в марте или в апреле, еще точно дата неизвестна, будет проходить конкурс в Санкт-Петербурге. Я была там со своим прошлым коллективом лет 5 назад. Очень хорошего уровня конкурс, приезжают со всего мира. Коллективы, там были Голландия, Великобритания, Израиль, не считая вот нашей России, ближнее зарубежье. 2 дня длился конкурс, и очень-очень нам понравилась сама атмосфера. А вообще расскажите о наиболее ярких достижениях вообще ансамбля. Ну, у нас очень много на самом деле наград, первые, вторые места на международных конкурсах. Чем больше всего гордитесь? Наверное, Санкт-Петербург. Что там? Какой конкурс был? Вот международный конкурс назывался «От фолка до модерна», где все жюри были приезжие. Значит, и нас очень отметила председатель жюри, была из Израиля, у которой несколько студий в Израиле находится по современной хореографии. И как она нам сказала, я не думала, что в такой маленькой республике, в таком маленьком городе мы повезли 7 танцев. Умеют танцевать что-то, кроме лезгинки. Ну, как бы это вот то, что она мне сказала. Что в современной хореографии достичь таких высот, находясь так далеко от центра, ну, как бы, очень редко. Это действительно, говорит, надо любить свою работу. Ну, вот нас похвалили, нас выделили, и нам это было очень приятно. Это в каком году было? Так, по-моему, 2013 год. Вот за все время работы вам не хотелось поменять направление, может быть, на кавказские национальные танцы перейти? Не было желания? Никогда. А в каком направлении хочется развиваться, может, научиться чему-то? Ну, сейчас дело в том, что современная хореография, именно стрит-дэнс, уличные направления, я не даю один стиль. Вот сейчас я даю детям хип-хоп, хаус, дэнс-холл, вок, вакинг. А сейчас я хочу освоить для себя, мне очень нравится чечетка. Это вот прям мое степ, вот эти все ритмы. Я хочу сейчас вот немножко еще для себя даже заняться. И если это у меня получится, то хочу потом это вот именно с детьми воплощать. Как часто вы репетируете? Сейчас проходит 2 раза в неделю по часу у всех. Но скоро у нас добавится 3-й день. Где будет именно больше фристайла, то есть свободного стиля, импровизации. Это когда включается музыка, и должен выйти ребенок и симпровизировать что-то свое под музыку. То есть он должен уметь уже придумывать что-то свое на ходу, ориентируясь по музыке. Вот это, я считаю, самое главное, когда ребенок не зажат, когда он может импровизировать, когда он слышит музыку и может показать то, чему он научился. Вот бытует мнение именно в танцевальной сфере, что если педагог строгий и грубый, он хороший педагог. Вот вы какая в этом плане? Наверное, лучше спросить у детей. Вы стараетесь быть милой или же все-таки строгой? Я не скажу, что я пытаюсь быть милой, но и в то же время я никогда не позволю себе опуститься до того уровня, когда я начну личностно оскорблять ребенка. То есть бывают такие случаи, и у нас бывали, что оскорбления летят. Рожденный ползать, летать не может и так далее. Куда вы вообще пришли? Ваши преподаватели так говорили. Ну, я не буду говорить, кто это говорил.
А рожденный ползать, летать не может, как я говорила. Куда вы пришли, не всем это дано, зачем? Ну, много что. Коровы, туши и так далее. По-вашему, вот не стоит, да, говорить таких вещей? Нет, таких вещей нельзя говорить детям, потому что дети очень сильно закрываются в себе, начинают комплексовать. Кто-то может бросить. Это для них стресс. Ребенок не виноват, что у него нет каких-то данных. Ребенок не виноват, что у него есть лишний вес. Это может быть вопрос к родителям, что почему довели ребенка до такого состояния, что он, скажем так, не может двигаться. Это все исправимо. Все исправимо. Было бы желание, над этим можно работать. А вот помимо своей основной работы, репетиции, как часто вы танцуете для себя вот в зале одна? Вот, и от чего это зависит? От хорошего настроения или от плохого? Это каждый день. Такого вот не бывает, что сегодня я танцую, завтра я не танцую. Даже дома. Помимо работы, я имею в виду. Даже дома, вот делая что-то. Если заиграла какая-то музыка, которая мне нравится, я могу встать и станцевать с детьми, со своими. Почему нет? На кухне. Я, ну, как бы... У меня уже все привыкли, что, как мне папа говорит, люди творчества, они все чуть-чуть с приветом, в том плане, что мы себя не контролируем. То есть я слышу музыку, и я танцую. А сколько у вас детей? Два сына. Два сына. И возраст какой у них? Они не хотят танцевать? Они танцуют. Старший у меня выбрал кавказское направление. Mm-hmm. Он у нас именно в этом направлении занимается. 7 лет ему. Вы не отговаривали? Ну, я ему говорила, что профессии это у тебя не будет. Тем более в нашей республике, потому что это сложно. Для мальчика тем более. А младший, ему больше, ему 3 года, ему больше современная вот хореография. Мое, ему ваш больше нравится. Общем, да. Да. Угу. Помимо работы, чем вы увлекаетесь? Чем интересуетесь еще? Ну, у меня такое есть небольшое домашнее производство. Я занимаюсь натуральной косметикой, варю мыло. Да. Как это вы сочетаете танцы и... Прекрасно. Успеваю в основном ночами. Ночами? Да. Продаете? Да. Угу. Почему именно мыло? Как это вы открыли такое умение в себе? Мне это всегда было интересно, но как-то я отдыхала в Каннах, и там есть такой город Грасс. Угу. Там есть парфюмерная фабрика Фрагонар. И у нас была экскурсия. И почему-то вот у меня из всего путешествия в памяти осталась экскурсия по этому парфюмерному дому, когда нас заводят в такое здание, и там огромные чаны с розовыми лепестками. И нам показывают, как варится вот этот эфир розового масла добывается. Угу. Запах розы, вот это эфирное масло. И у меня вот настолько в памяти остался какой-то вот волшебный мир. И я вот приехала домой, я долго вообще как-то с этим не соприкасалась. Потом, когда я была в декрете со вторым ребенком уже, мне захотелось попробовать просто хотя бы что-то сделать. Я начала изучать в интернете, я где-то год это все изучала. Начала покупать ингредиенты, сырье и попробовала. Сначала я делала это все для себя, потом я стала дарить подружкам, близким. И в один прекрасный момент мне моя близкая подружка говорит, ты долго будешь дарить всем? Давай-ка ты попробуй именно придумать себе название, как-то начать это все продавать, продвигать. И уже вот 3-й год Работаете, да, над этим. Скажите, каким вы хотите видеть коллектив, может, через 5 лет, через 10 лет? Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он расширился. Потому что у меня в голове очень много планов. Вот я только закончу постановку, у меня уже в голове другой план, другой танец, который я хочу сделать, но мне не хватает людей. Я люблю, когда много людей, когда есть младший состав, старший состав. И мне бы хотелось, чтобы все-таки у нас в республике как-то начали воспринимать это по-другому. Это единственный коллектив по этому направлению? Нет. В республике? Много? Есть коллективы, да. В общем, понятно. Спасибо большое, Ира. Очень приятно было с вами пообщаться. Желаю вам расшириться, как вы сказали. Спасибо и большое. И побольше ярких постановок. Спасибо.
Танцы – древнейшая форма самовыражения, и в самых лучших фильмах про танцы герои самовыражаются очень красиво. В сегодняшнем ликбезе я расскажу о трех самых популярных фильмах о танцах, которые обязательны к просмотру. Итак, первый фильм «Шаг вперед» – это молодежная музыкальная драма, в которой происходит перевоспитание плохого, но очень красивого парня силами любви и, конечно же, танца. Сюжет довольно прост, но обилие эффектных и ярких хореографических номеров, а также зажигательная музыка вас точно не оставит равнодушным. Далее «Держи ритм». Он в списке лучших фильмов про танцы и основан на реальных событиях. Профессиональный хореограф идет работать в одну из нью-йоркских образовательных школ, где преподает искусство танца проблемным подросткам. В конечном итоге хореографу удалось наладить взаимопонимание с ребятами и создать с ними новый танцевальный стиль – смесь классических бальных танцев и движений из хип-хопа. Третий фильм «Братство танца». Главный герой этого фильма – сам танец, причем достаточно редкая его разновидность – афроамериканский степ. А всякий степ особенно эффектно выглядит в группе, и этого в фильме с избытком. Группы танцоров соревнуются друг с другом, участвуя в соревнованиях. Под впечатлением от великолепной хореографии даже как-то не хочется обращать внимание на шаблонность сюжета. Ну что ж, это была программа «Культурный экспресс». Я надеюсь, вам было интересно. Увидимся ровно через неделю. И помните, танец – это искусство, для которого не нужны ни кисть, ни ручка.